Всем привет! Всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Сегодня будет у нас коротенькое видео с открыванием адвент-календаря. А сегодня я буду открывать... Не Софикины. Это мамина, это не Софикина. Я буду сегодня открывать аж три даты. 8, 9, 10. Сегодня у нас 10 декабря. И у меня аж руки чешутся, уже быстрее хочу открыть. Спросите вы, почему я раньше не открывала? Я обещала, что я буду вместе с вами открывать. И когда у меня не получалось включить съемку, я говорила, ну тогда не вовремя. То есть я именно дала обещание, что вместе с вами буду открывать. Вот сейчас, только сегодня у меня это получается, в общем-то. Все, открываем за 8, за 9, за 10. 10. Открываем. Хоп, 8. Что у нас там? Я это, мне кажется, знаю. За 8 декабря у нас выпал крем для рук с запахом розы. Я этот крем, кстати, знаю. Я его когда-то покупала. И мне он очень нравился. И консистенция, и запах. За 9. Опять какая-то бутыль. Здесь уже шампунь у нас. Вот такой вот шампунь выпал. Но, блин, для шампуня опять-таки мало. 35 миллилитров. Я, наверное, смогу только максимум 3 раза помыть волосы. Ну, посмотрим. С одной стороны, хорошо. Я смогу ознакомиться более ближе с этой маркой. Что-то потом дальше себе купить. Но, конечно, когда так очень мало, немножко жалко. Хотелось бы побольше. И за 10 декабря у нас выпала опять какая-то бутыль. И что мне очень нравится, это уже кондиционер для волос. То есть у меня будет и шампунь, и кондиционер для волос. Вот эта идея мне нравится. И тоже 35 миллилитров. Прочитала я описание этих средств. Написано, что шампунь, что кондиционер для поврежденных сухих волос. Такие средства я люблю, когда вот подпитанные волосы. Я такое люблю. В общем, попробую. Ну что, прощаемся мы. Вот такой вот у нас сегодня улов, точнее, за 3 дня. Всем добра и мира, и всем пока-пока. 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 Я спать. Я очень люблю Лёхи и Рёв. И Келасиси. Я пишу другая Келасиси. Окою. Пока-пока.